Всем привет, друзья, с вами Нильф Горн, и это юбилейный 10-й выпуск итогов недели. Напоминаю, что в этой рубрике мы показываем 10 построек за прошлую неделю. Сюда может попасть что угодно и кто угодно. Так что, ребят, поехали! Создатель Дмитрий Чранков. Это трицикл. Боевой трицикл. Ну и, в принципе, добавить мне нечего, потому что он офигенский. То есть, довольно-таки нормально наваливает, довольно-таки прикольно он ездит. То есть, у него очень хорошая система поворотов, мне нравится. То есть, она поворачивается полностью всем корпусом, и это меня довольно-таки обрадовало. То есть, мне реально понравилось, как эта система сделана. Притом, там внутри вот как бы типа двигатели. Прикольно, то есть, сделана очень такая интересная система. Мне понравилось управление, то есть мы можем управлять пушкой. Единственное, что как бы Дмитрий не сделал, я очень попрошу вот в следующий раз его, пожалуйста, если ты если у тебя будет какая-нибудь еще постройка, напиши описание своей постройки, то есть описание управления, что ли, вот так вот. Так, во-первых, у нас здесь есть возможность вот от заднего вида, как бы, да, и смотрите. Вот этот вот залп ракетный, 4 ракеты у него есть. Ай, горим. 4 ракеты у него есть, и они просто божественные, серьезно. А, черт, двоих не задавил. Эх, на таран. Довольно прикольно сделано и очень интересно. Прям такая, все эти вот... скины, они добавляют так уникальности любой постройки. Здесь вот даже анимашка, кусочек анимашки есть. Это забавно, да? То есть здесь у нас есть и вид из кабины. То есть, пожалуйста. То есть мы спокойно можем управлять из кабины. И довольно-таки прикольно это выглядит, как видите. Также у нас есть пушка, которая стреляет, да? Единственный и огромный минус это того, что эта пушка... маленькая, и как бы вроде бы она такая, знаете, как станковый пулемет выглядит, но стреляет-то она вот этими огроменными ядрами, что в принципе очень даже подозрительно. Там даже, кстати, есть типа ленты с патронами. Также есть управление пушкой, то есть влево-вправо, вверх-вниз, то есть, как видите, довольно-таки тоже прикольно сделано, но немножко, на мой взгляд, можно было как-то, как бы это сказать, ну, как бы это сказать, описание, что ли, добавить, то есть, серьезно, и... Эй, не подходите ко мне! Не подходите! Валим! Пушка, поворачивайся! Нет, все. Не могу нормально навестись. Кстати, чтобы не опрокидывался этот трицикл, у него здесь дополнительные колеса сделаны. То есть, когда мы навариваем в бок, то есть, видите, есть упор такой, чтобы не переваливался. Это довольно-таки прикольно сделано и необычно, на мой взгляд. И вид у него тоже такой потрясающий. Создатель Артур Рыбак. Уникальный. Первый самолет в мире, сделанный братьями Райт. Но он похож, да, это безусловно, что он похож. И он летает, ребятки, мы его сейчас попытаемся поднять в воздух, чтобы как бы затестить его по полной программе. Так, у нас... Отлично. Давай. Оп. Ребят, ну он летит, да. То, что он летит, это безусловно. И это круто на самом деле. Артур, я помню его птицу, которая божественно летала. И атмосферно это было, реально атмосферно. Вот так, кстати, намного лучше управляется. И вот здесь вот тоже такое простейшее управление. Кстати, ничего сложного на самом деле. И управляется очень легко. Это радует. Его только немножко заносит. Черт, повреждение. Мэйдэй. Так, давайте еще разочек попытаемся взлететь. Давай. Ну, ничего. По-моему, я немножко башню разрушил. Только, оп, ребятки.
черт! Давайте от первого лица сразу. Ну, его, знаете, как бы... Вот... Как бы заносит, что ли, в бок, влево, вправо. То есть как-то так вот. То есть им надо таким очень большой разворот ему делать, что ли. Как-то так, ну, на мой взгляд. То есть, ух. Это один из тех самолетов, которые даются мне очень легко в управлении. Все равно им довольно-таки приятно управлять. Потому что вообще все вот эти вот постройки именно в игре BCH, точнее, в таких архитектурных постройках, ну, по архитектурных играх, они мне даются довольно-таки тяжело, потому что я там летать не могу, у меня не получается нормально летать в большинстве таких построек, но есть такие вот какие-то необычные, что ли, с каким-то необычным взглядом на построение этих построек, что они доставляют удовольствие мне именно, потому что я могу на них летать, и вот эта вот постройка одна из них. Здесь и внешний вид очень потрясающий, мне очень нравится, как сделано, то есть, ну, реально похожий самолет, то есть, бам, задели, притом он такой довольно-таки крепкий, то есть мы разрушаем, как видите, какие-то части, а давайте попробуем, знаете что, сейчас мне захотелось попробовать, давай, получится ли у меня вон ту, черт, не получилось еще попытка. Давай! Черт, падаем! Не хватает мощности. Нет, вот стоп. Я очень рано стартую. Вот. Бах! То есть все, вот я вот. Ей! Снес дом! Прям вот именно. Дом хотелось почему-то снести. Великолепная постройка. Создатель Артём Шориков. Обновленная версия большого грузового самолета. В этот раз является пассажирским люксом. Я сразу хочу показать одну вещь, когда мы переключаемся от первого лица. Ну, то есть, по видам, посмотрите. Вот, то есть мы можем посидеть внутри самолета, так скажем, да, несколько здесь мест. Вот здесь и до этого сидели. Довольно-таки прикольно это сделано и довольно-таки... внушающе, то есть, видите, он такой здоровенный, с винтами. Попробуем на нем взлететь, это уже другое будет, ну, другой процесс, то есть, получится или не получится у меня, посмотрим. Давайте, так, стрелочки управлениями, вот как-нибудь так, да? Пошел! Блин, круто. Все, ребятки, вот он, вот все, вот понимаете, ничего другого не нужно. Тут самый классический обычный самолет, который управляется очень легко. Я так понимаю, даже шасси здесь не убираются. Блин, он потрясающий. Отвечаю вам, потому что я им управляю очень легко. То есть серьезно, мне это нравится, ребят. Я люблю самолеты, которые управляются очень легко. Давайте попытаемся. Оп. Давай, нет, я... Черт! Вот я только отпустил, кстати, немножечко тягу, и сразу он... Сразу... Жесть, ребят, жесть, просто в труху, ребят. Ну, я, кстати, заметил, очень много комментариев есть по поводу того, чтобы... Разбивай постройки! Так, не будем торопиться. Вот, вот очень хороший вид для взлета прям и для управления вот этим самолетом. Мне очень нравится. Мы сейчас красиво попытаемся. Летает, безусловно, круто. Выглядит тоже очень круто. Мне нравится, по крайней мере. Но посмотрите, такой прям мощный. То есть. Шикарно сделан. Есть использовано вот это вот изменение ширины блоков в блокноте, но это нормально. Прикольно. Прям, вообще, вот честно, очень легко управляется, вот серьезно. И мы сейчас его попытаемся очень красиво разбить как-нибудь. Mm.
Ах, не получилось. А, черт, у него... Мэйдэй, мы падаем. О, ребятки. Ба! Ну, он вообще в труху просто. Вы заметили, да, огромнейшее преимущество этого самолета, то, что он управляется без неуязвимости. На самом деле, все постройки пока что, которые я вам показывал, я показывал без неуязвимости. И здесь шикарно. Разбивается он потрясающе и летает так же. Так что, Артём, как всегда, у него получилось просто великолепно. Создатель Василий Советов. Что-то типа Катюши. И она такая прожорливая довольно-таки. Ну, вот это устройство очень прожорливое в системе. Посмотрите здесь. Двигатель. Система подачи энергии, я так понимаю, да? То есть движение. То есть, я так понимаю, здесь полноценный двигатель. И, ну, блин. Это даже как-то... жутковато, выглядит очень круто. И давайте попытаемся его запустить. Единственное, что здесь, так скажем, проседает из нее FPS, это из-за этих вот Катюш. И давайте ими попытаемся сразу поуправлять. У нас есть управление. То есть мы можем управлять вот этой установкой. Давайте повернем ее. Немножко вот так накоренем. И единственный минус, мне немножко не понравилось, то, что мы запускаем все ракеты залпом. Ну и они немножко летят невысоко, к сожалению. И видите, получается так, что красиво взрывается. Просто хотелось, чтобы они, ну, куда-то вверх взлетели и там взорвались. И вот после этого уже можно было, так скажем, после этого уже можно было как-то... Воу-воу-воу-воу, а чё ж мы сгорели-то все? То есть после этого уже можно было как-то... поездить, так скажем, да? То есть, ну, в общем... Можно было как-то получше, чтобы оно взрывалось. Давайте попытаемся так запустить. Так, ничего не загорелось. Блин, вот здесь... Оу! Черт! Прям даже не знаю, как так сделать, чтобы она ничего не взрывала у меня. Ну-ка, давайте вот так вот попытаемся. Отлично, вот теперь она все повзрывала. Так. Угу, все, отлично. Поднимаем подвесочку и давайте прокатимся, наконец-то. Выглядит очень круто, на самом деле. Притом, знаете, Катюша так... Катюша в стиле Hot Rod. Ну, почему-то мне так вот напоминает. Здесь открытый двигатель. То есть подвеска, посмотрите, ход. Все это реализовано и, блин, сделано очень круто. Жалко, очень малое описание к этой постройке. Это серьезно печально. Давайте попытаемся подвигаться. То есть, как видите, здесь включается двигатель, выхлоп. То есть, и все шестеренки начинают работать. То есть, это полноценная рабочая система. Это великолепно. Притом, как бы я сейчас еду без неуязвимости. То есть, не забывайте, что здесь подается энергия именно по шестеренкам. То есть здесь сейчас все работает по шестеренкам. Это потрясающе. Да, скорости немножечко не хватает, но мы можем нажать Ctrl и как бы ускорить. То есть, видите, включается паровое движение. Вот один двигатель не срабатывает. И мы можем немножечко ускорить, дать давление. Также, как видите, здесь есть подвеска рабочая при том. Блин, и он потрясающе, конечно, едет. Давайте вот... Воу-воу-воу-воу-воу, у него есть еще и... Офигеть! То есть у него еще есть и... какие-то приборы. Так, ладно, давайте лучше так, потому что... Нет, задний ход нужно. Не можем объехать вот это вот. Давайте, давай, давай. Задний ход тяжеловато дает. Он прям... вперед. По-моему, шестеренки такие... сломались, короче, где-то. Давай! Просто охота, чтобы он ревел сейчас в данный момент. Просто... Давай, давай, ты же можешь. Ты же... Блин, ты Hot Rod, ты должен наваливать. Великолепная тачка, реально. Очень круто сделано. Ну да, я сюда еду, но я даже здесь не проеду, понимаете? Все, не проезжает.
блин, прикольный аппарат, серьезно. Но ракеты вот здесь вот, блин, все круто сделано. Очень круто. Я по-настоящему в восторге. То есть сделано прям на все 100%. Но вот ракеты здесь, они, во-первых, летят, да, то есть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, вроде бы не сожгли ничего. Во-первых, они летят, да, как-то уж очень, как бы... Давай. По-моему, я сломал. Да, по-моему, я сломал вот эту часть. Окей. Давайте пытаемся прокатиться. Да, я, похоже, сломал, серьезно. Ну ладно. Не хватает мощности, вот серьезно, не хватает. Какой-то пар пробивается вовнутрь двигателя. Но все равно, конечно, она прям вся болтается, еще машина. Давайте неуязвимость включим, все-таки вдруг от нее тоже очень много зависит. Хочется как-то прям попробовать, чтобы на все 100% на ней понаваливать. Ну давай еще, блин, это мало. Она же так не выпустит ракеты. Ох, что... Я не знаю, как так получилось, но ладно. Ракеты вроде бы выжили. Так. Все, давление на блоки уменьшили. Так, включаем подвесочку. Так. И вот он начал наваливать. Просто наваливать. Конечно, скорость не очень большая, FPS очень серьезно проседает, 64% скорости стоит, но все равно выглядит он классно, ездит тоже прикольно, идея потрясающая, реализация тоже потрясающая, единственное, вот мне не понравилось, как ракеты выпускаются, то есть хотелось бы как-то прям вот, чтобы он прям вот туда вот зашмаливал эти ракеты, ну, ожидалось почему-то у меня так вот, но все равно сделано очень качественно. Создатель Алексей Сарахман. Сарахман, надеюсь, я правильно прочитал фамилию, ребят, уж не обижайтесь, если что-то неправильно прочитываю, потому что, ну, многие фамилии такие довольно-таки серьезные. И это краулер, ребятки, да, который может очень хорошо преодолевать у нас пространство и всяческие препятствия. Давайте попробуем на нем понаваливать, он довольно-таки хорошо ездит, как видите. То есть и управляемость у него тоже такая большая, как видите, подвесочка просто на все 100% отрабатывает. Мы сейчас найдем место, где его затестить. Обязательно, ребятки, найдем. Я вот уже, наверное, вижу место, где его можно затестить. О, да, ребятки. О, да. Посмотрите, на что он... Что творит? Вот это жесть, ребят. Вот это подвесочка. Вот это вот это сработано. Серьезно. Настоящий краулер. Именно такие изгибы у краулера и должны быть. То есть он... Как нефиг делать? Ну вот здесь вот используйте неуязвимость, но понятное дело, что хочется, конечно, по полной программе вот так вот. Воу-воу-воу-воу-воу. То есть вообще офигеть. Да просто как нефиг делать. То есть ему вообще сейчас пофиг на какие-то такие территориальные пространства. То есть он спокойно может преодолевать. Посмотрите. Просто вообще как... Вот это круто. Я как раз таки давным-давно хотел уже что-нибудь увидеть такое, что может преодолевать здесь какие-то такие препятствия. И вот оно. Блин, огромнейший тебе, Алексей, спасибо. Я в восторге. Так, а у нас есть... Да, мы можем менять, ну, так вот вид. То есть... перевернул. Но здесь уже понятно. Так, давайте еще куда-нибудь его... Вон, кстати, очень прикольные места. Давайте попробуем. Единственный, какой минус здесь есть, это, как и у любого устройства, это сцепление колес, да, то есть колеса не могут цепляться нормально за вот эти вот, ну, как бы, скалы, и поэтому это недостаток. То есть вот здесь вот, видите, я не могу нормально развернуться, но, краулер прям вообще здесь... Не хватает такого ревущего звука мотора, который бы прям вот особенно в такие моменты... Прям вот... Вот, ах, не хватает его, прям вот. Жалко здесь не только скины, можно было бы еще звуки добавлять, это было бы просто шикарно, серьезно. Но посмотрите, он спокойно завалил.
завалило устройство. Но он спокойно это все преодолевает. Тут вообще как нечего делать. Ты что, какой-то там камушек? Просто вот вообще проехали по всем. Шикарная постройка. Ребят, я... То есть они сами сломали свои... Ну ладно. Я по-настоящему в восторге, потому что, ну, блин. Такого я давно хотел, и это впечатляет. Подвеска просто вот как у краулера. Серьезно. Но есть, конечно, вот недостатки такие, как мы, к примеру, если вперед-назад нажимаем, она так сдавливается, но это нормально. Но единственное еще, что можно было добавить, это более, больше изгиб колес, то есть поворот. Нормально, блин, ну понимаете, какую территорию? Вот покажите мне транспорт, который вот здесь вот так вот проедет. Потрясающе. Офигенно. Просто офигенно. Вообще офигенская. Ребята, сделайте что-нибудь такое еще. Я с удовольствием погоняю. Вообще офигенская. Я в шоке даже, блин. Насколько же безгранична эта игра. Насколько же огромна эта игра. И сколько в ней можно делать. Вот сколько я уже не видел. Сколько, блин, каждый раз я удивляюсь. Вот серьезно, я каждый раз в шоке от того, что люди создают. Блин, вот здесь вот видно, что немножко есть такой баг уже происходит. Самих блоков я не могу повернуть нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смотрите, что произошло. О, господи. Все нормально, чуваки. Все нормально. Мы еще боремся. Мы еще боремся. Давай. Давай. Серьезно, что ли? Очуметь он... Ребята, да это просто божественная постройка. Алексей, спасибо тебе за такую великолепную постройку. Серьезно, я доволен. Притом, ну, серьезно, подвесочка очень круто смотрится и очень круто сделана. Создатель Дмитрий Баев. Погрузчик. Все. Ну, посмотрите, это прям погрузчик. То есть, тут настолько скинами все заделано, что... Вообще ни к чему не прикопаешься. Сделано очень круто. Здесь вот эти все механизмы, они просто потрясающие. Есть подъем. Есть опускание. Все. Давайте попробуем вот эту штучку приподнять. То есть он двигается довольно-таки тоже прикольно. Прям как настоящий погрузчик. Давайте попытаемся его как-нибудь так аккуратненько подъехать. Как-нибудь аккуратненько так зацепить. Не знаю, получится ли у нас подъехать под него. Потому что скорее всего, да, то есть у нас не получается. А нет, смотрите, получается. Блин, чуть-чуть. Давай-ка назад сначала немножечко. Вот теперь вот так вот. Вот так вот выворачиваем колеса. Выворачиваем. Главное не торопиться. Главное не торопиться. Главное это все сделать аккуратненько. Я не профессиональный погрузчик, поэтому у меня с этим есть проблемы. Да. Так, теперь... Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, еще, 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 еще. Оп, оп, оп. Так. Давайте аккуратненько. Аккуратненько. Блин, она такая довольно-таки резкая, да, то есть... Так, и получится ли у нас, ну, вы понимаете, что я прям хочу сюда вот сейчас запихать этот, если у меня получается, это просто 10 из 10 будет. Но не... я уверен, что получится, я уверен, что получится, то есть я уже вижу, что получается. Я уже вижу, что получается, ребятки. Ну вот, единственный здесь момент, то, что я не могу как-то... То есть я не могу ее как-то скинуть, да? То есть, видите, мне придется как-то, не знаю... Давайте вот выпрямим колеса, и мы вот так вот... Оп! Черт! Вот эта машинка уже... Она сейчас... Я не могу как-то скинуть. То есть нету как в поддонах вот этих разрезов, чтобы... Или опустить, приподнять немножко. То есть наклон там есть у погрузчика вот этих...
ну как бы, как врагов, я не знаю, как их правильно назвать, я не компетентен в этом вопросе, так что тут, ладно, давайте мы немножко себе поможем, да, то есть мы себе немножко поможем, мы вот так вот как-нибудь вот так вот сделаем этот момент, вот так вот как-нибудь, то есть будем считать, что как бы у меня получилось, но это потрясающе, выглядит офигенско, конструкция хоть и простая, но, ребят, вот хоть один кто-нибудь скажет так, что это чё, любой может сделать, вы попробуйте. Потому что это очень сложно сделать. Спасибо за такую великолепную постройку, а мы продолжим. Создатель Артём Шориков. Это корабль. Летающий корабль. Ребята, и, ну, вы сами прекрасно видите, насколько он офигенский. Здесь использован ресурс пак, скин пак на паруса. И он просто офигенный. Притом, вот сейчас он прицеплен якорями. Видите, вот здесь вот якоря. Смотрите. Я отпустил якоря. Это именно летающий корабль. Потому что... Ах, прошу прощения. Мы начинаем движение, ребят. Это настолько офигенно. Это настолько круто. Вот сейчас мы, ну, вроде бы я взлетаю. Да, есть взлет, вот видите, по этой плоскости. Это просто настолько офигенно, ребят. Я в шоке. Потрясающе. Это... Артём, по-моему, это твой просто шедевр. По-настоящему. Я множество кораблей видел. Я видел корабли, которые красиво сделаны, но, блин, чтобы их поднять в воздух, там надо было, не знаю, какой компьютер. То есть здесь и красиво, и блин, и функционально. То есть это все же работает. Понимаете, это все работает. Да, есть, конечно, момент, то есть он тяжело разворачивается, тяжело поворачивает. Да, все это понятно. Мы сейчас врежемся, скорее всего, да, то есть сразу почему-то мы полетели вверх резко. Болтанка у нас началась. Не знаю, почему полетели вверх. Нет, давайте вот так вот обратно вернемся. Мне так больше нравится. Так, здесь очень много камер. Здесь то есть вот капитанская, такая, вот такая камера. От пушек, посмотрите. Этих пушек. А, это... Даже не пушки, это где флаги. Блин, офигенско. Кстати, вот эта вот камера, она, мне кажется, просто очумелая. То есть мы можем управлять нашим кораблем, да, то есть по полной программе. Лево руля, уходим. Ух, ребят, как это... У меня аж мурашки по коже, ребят. Потрясающе. Я, конечно, могу долго восхвалять постройки и удивляться, но вот мне кажется, эта постройка стоит того. Офигенско, как же это офигенско, ребят. Взлет. Я не ту кнопку жал для взлета. Вот теперь все будет более круче. Ребят, это, блин, это... Фух, ладно, все. Так, еще же здесь у нас есть не только... Ну вот мы взлетели немножко. Кстати, давайте мы... Давайте попытаемся развернуться. И зависнем на каким-нибудь... Попытаемся, по крайней мере, зависнуть. Если мне удастся остановиться. Да, то есть... Блин, ну посмотрите, он... Господи, он настолько офигенный. Он... Я даже скрины вот сейчас буду такие делать. Он... Насколько же он офигенный, а? Ребят, это... Подавайте где-нибудь здесь вот. Немножечко сейчас еще вперед. А, кстати, у нас... Вот эти вот... Это руль показывается, что ли? Ну давайте как-нибудь так вот.
Вот давайте где-нибудь здесь зависнем, потому что у нас здесь еще есть управление. Это у нас бомбы. Промахнулись немножечко. Пиратствуем помаленьку. Давайте зависнем на нормальную высоту. Нормальной высотой. Ну ладно, промахнулся, но это не страшно. Также у нас есть якорь. И он еще может цепляться. То есть он может цепляться за какие-то предметы, и мы можем, так сказать, пришвартоваться. Также у нас есть пушки с 4 по 6, 1, 3, 8, 5. 8-5 мы можем управлять. То есть, видите, вверх-вниз. То есть мы можем так. Так, и 2-0. То есть передние пушки. И да, здесь еще есть у нас стрельба. То есть мы можем боковые. То есть передние у нас вот, к сожалению, вот эта отдача. Ребят, ну серьезно, я не знаю, насколько же это. Так, раз на 7. На 7 раздвиньте оружие, чтобы стрелять. Перед стрельбой, да. Кстати, здесь вот еще есть, как бы, как будто бы двигатели, что ли. О них ничего не указано в управлении. И давайте быстренько глянем, может быть, здесь все-таки как-нибудь есть включение этих двигателей. Да, включение двигателей есть, пожалуйста. О, жесть! Вот это, блин, да что же происходит? Вот это, ребятки, просто божественно, ребят. Офигеть, он наваливает. Давайте. Поворачивай! Больше высоты! Черт, крен пошел! Ух! Просто с буксом, понимаете? С буксом заходим! Офигеть! Насколько же это потрясающе! Офигенско, ребят! Вот это сейчас еще круче выглядит! И при том он управляется очень легко. Блин, я не могу наиграться. Да, мы можем выключить двигатель. Болтаночка, это нормально. Подъем. Ну-ка, попытаемся сейчас опустить. Цепляйся за что-нибудь. Во. То есть мы пришвартовались. Блин. Ребят, я в шоке, серьезно. Это великолепнейшая постройка. Это одна из элитнейших построек, которые я только видел. Я получил невероятнейшее ощущение от этой постройки. И, ребят, вот честно, это просто 100 из 100. Я, Артём, это... У меня только одни эмоции. Создатель Евгений Дробот. Тополь М. Да, ребятки, Тополь М, давайте немножечко понизим, ну, то есть, понизим скорость и увеличим FPS. Также он, конечно же, ездит, у него есть все работающая установка. То есть, конечно же, мы сейчас попытаемся запустить эту ракету. Смотрите, как искривляется сам корпус, да, то есть, ну, это уже сама недоделка самой игры, это нормально. То есть, видите, поворот очень хороший. То есть прям он поворачивает, вообще шикарно поворачивает. То есть он прям вообще маневренный, посмотрите. Шикарно. Очень шикарно.
Я прям удивлен даже немножечко. У нас управление очень простое, так что приступим к самому интересному. Так, page up. Держим. Ну же, давай. Давай. Давай же, ну же. Вот. Пошла, ребятки. Ой, как она туго поднимается. Я прям вот держал это все время. Все это время я держал кнопку. Я понимаю, что тяжело поднимается. Все-таки тяжесть какая. Смотрите, прям. О-о-о, прям. Ух ты ж. Ох ты ж, как оно все. Ну же, еще. Давай еще чуть-чуть. Давай. Вот так вот. И... Блин, черт. Ребятки. Так, во-первых, нам нужно... Вот. Я поставил, как бы, на ракете именно поставил, чтобы камера фокусировалась. Давайте немножко ускорим этот процесс подъема. Прям вообще тяжело поднимается. Очень тяжело поднимается. Очень тяжело поднимается ракета. Прям она вообще туго поднимается. Тополь, кстати, очень качественно сделан, на мой взгляд. Мы сейчас еще его и осмотрим. Мне хочется запустить ракету и... Смотрите, она... Прикольно. То есть у нее еще вот этот взрыв был. Это было ускорение явное. Серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то произошло. По поводу конструкции очень качественно сделан. Ну, серьезно, посмотрите. У него даже вот эти вот... Как это? Цепи как будто бы, да? То есть... Прикольно. Кабины, конечно, нету. Жалко, что у нас нельзя вид менять. Было прикольно, как сказать, на острие ракеты посмотреть полет. Это было бы прикольно. Но сделано очень качественно и прикольно на самом деле. Это ракета подъем этой ракеты тоже такой мощный. Создатель Дмитрий Баев. Трактор, ребят. Очень маленький трактор, кстати. И это уже респект за это. Ну и давайте как бы его потестим, что ли, да? Вид от первого лица есть. Я так понимаю, вот он, да? И вот посмотрите, здесь у нас управление. То есть у нас есть рычаги. И, кстати, управление, то есть... Посмотрите, то есть мы нажимаем управление, он начинает работать. То есть полноценное, то есть вперед, назад, то есть все, гусеницы, все это работает. Но здесь очень важный момент, это ковш, да? 6-7, кстати, это у нас двери. Так, 6-7 у нас... Так, стоп. Чего? Что-то не работает, не пойму. Не пойму. И на те 6-7, и на те, и другие. А, вот. А, они очень медленно открываются. Все понятно, дверька одна. Вот, все понятно. Просто как-то очень медленно открывается, поэтому я торопился. Так, дальше. Работа ковша. Как видите, мы можем приподнять его. То есть, то есть он как бы... Так, 1-2, поднять стрелу на 1-2. То есть... Так. Вот так. Окей, все понятно. И 3 у нас поднять стрелу полностью. То есть вот так вот. Почему ковш, сам ковш, он такой, ну, болтающийся. Так, окей. Давайте попытаемся чего-нибудь загробастать. Так, повернули. Довольно-таки серьезно поворачивается. Но как-то болтается еще. Ну вот, к сожалению, здесь он... Ну, он маленький. Блин, он манюсенький же. Нет, конечно, размер очень прикольный. То есть он как будто бы игрушка. Но он же манюсенький. Серьезно. То есть он даже не может такое зацепить ничего.
Давай. Задний ход-то. А. Вот так. Все, поняли, поняли, поняли. Как задний ход. Так. Вот. Ну-ка. Эх ты, не цепляет, смотрите. Вот сейчас он может перевернуть его, но... Блин, прикольно, конечно. Фара очень классно сделана. То есть размер и все, вот внешний вид, он довольно-таки серьезный. Мне очень нравится. Давайте посмотрим. То есть, видите, мы... рычаги, то есть все работает. То есть это, блин, прикольно. По-настоящему прикольно, при том, что мы как бы по-настоящему можно прям передвигаться на нем. Да, болтанка, но это нормально, ребят. Бам! Прикольненько, прикольненько. Очень классно сделанный. И у Дмитрия как-то получается делать именно так, знаете, прям четко-четко-четко-четко, вот так скажем, да, то есть детализировано до мелочей каких-то прям. Это шикарно сделано и, на мой взгляд, очень круто. Последний, ребят, постройка на сегодня от Артема Шорикова. Велосипед. Ну, я думаю, я просто даже подумал, говорить это, не говорить это. Управление на стрелочках, и также у него есть еще какие-то финты, мы сейчас заценим их. FH. Воу, то есть мы можем накореняться. Блин, вот это бал... Стоп, переднее колесо, почему? Я ничего, главное, не делаю. Воу-воу-воу-воу, то есть мы... Офигеть, то есть он еще как бы может всяческие трюки... Почему колесо так переднее? То есть мы можем еще... Сейчас, секунду, оно выпрямится. Уа, на заднем колесе кто дольше проедет? Давай. Вот, болтает его, конечно, непонятно почему. Что, все, не встанет, что ли? Нет, нет, он должен встать. Все отлично. Вот то, что болтает, это, ребят, ну, это печально, серьезно. Я думал, он будет такой, более живучий. Вот тогда бы ему цены не было. А так он... Можно вот так вот на переднем колесе поездить. Но тут разворачивает нас. Также мы можем еще понаваливать именно... То есть, ну, блин, не получается. Он должен заваливаться, понимаете? То есть он должен ехать и прям вот заваливаться. И ты должен в поворот на большой скорости входить. А у него переднее колесо, но почему-то таким, ну, каким-то странным образом подпрыгивает. И это вот, конечно, минус. Вообще велосипед прикольно реализован. Единственный, вот на мой взгляд, минус — это уже самой игры. Это ни в коем случае не постройки. То, что вот здесь вот это все вот, ну, так скажем, болтается. Невозможно... дать жесткость блокам, что в принципе странно, почему они не сделали. То есть почему нельзя сделать вот это, убрать вот эту болтанку колес, да, вот этих вот, вот понимаете, вот они, вот, то есть я просто поворачиваю, у него нереальная болтанка, все, вот понимаете, вот, то есть обидно, конечно, но все-таки. Спасибо тебе, Артем, за великолепную постройку. Здесь как минимум может быть идея. Просто мне кажется, не делать такую маленькую, сделать можно побольше. Почему бы сделать не побольше, но как бы постройка, и она более жестче будет. Воу-воу-воу-воу-воу. Он прям, смотрите, как с низкого старта прям стартанул. Прикольно. И часто заваливается очень уж. То ли веса не хватает, то ли что. Воу-воу-воу-воу. Бам! Головой просто протаранил, можно сказать. Ух ты ж. Ну такой, блин, прикольная постройка. Ой, что с ним? Что с ним? А-а-а, ему, по-моему, тазобедренный сустав переломал весь. А на этом я буду заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Ссылочка на группу, из которой взяты все эти постройки, и где есть эта рубрика итогов недели, благодаря которой выпускаются это видео, будет под видео. Также под видео будет ссылочка на саму тему, где вы найдете все эти постройки, сможете их скачать. Делитесь своими уникальными и интересными постройками со всеми. Будем вам за это благодарны. Всем всего хорошего, удачи и пока!